Евгений, ебасу, бля. Ну, кстати, меня Юра зовут. Меня Сергей зовут. Я Приятно. Киев, Украина. Да, чувствую там мягкий говорок южно Это южноукраинский. хэкал, это Да. шоу хэкал. Такой. Когда я в Сумах был, мы там обычно в Сумах был, давненько это было. Мы приехали, русские, да, из Сибири, мы там чтокали, А там а шоколы. там шокали. А потом, когда Шокали, разъезжались, шокали. мы стали шокать, а они чтокать, аж охренели все То есть сами. поменялось. Поменялось. Не, зато понимали друг друга прекрасно. Не, ну конечно так, своеобразие такое. Шо, хэ, вот это вот Кубань, хэ, шо, шо, Донецк, вот это шо, хэ, шо, га, бля, вот. Это... Что в Беларуси, что Украина, что ГЭ, вот. Ну, Это у нас. согласен, да, что есть небольшой такой акцентик, чувствуется. Самое главное, что понимаю, все равно, что ты ГЭ, конечно, ты штока, и там... Да. Понятно и так. Сказать, что будешь пить? Ага. Что будешь пить? Одинаково. Буду. Что, 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 что там одинаково. Славянский человек, понимает, их прям на ура, вот так вот. Вот я же говорю, сколько одноклассников даже попадался, это, не знаю, может вы там, ну, по этому, ну, листали, типа, по этому, по рулетке, так вот. Там, в наколках тоже, я сидел там тоже, типа, ну, холый, ну, понятно, что не чисто. Я думал, типа, ну, понятно, человек, видно, бывалый. Ну, я чисто думаю так, ну, скажем так, с уважением к человеку, который уже бывалый, типа так, ну, там, типа, как, ну, типа, вечерка, тут здравствуйте. Хай там, да, в хату, то есть, да, здравствуй, зашел в хату, говорю, все понятно, блядь. Понятно, кем ты на зоне был и что там делал. Как бы так. Тоже с девочкой общался, вот, буквально, сколько, да, минут 40 назад. Тоже она с Пскова вроде. Ну, где-то там, короче, вот там, возле Москвы, там недалеко. Ну, там, я так примерно по карте так понимаю, так плюс-минус. Ну, они тоже там и родня, там и друзья в Кривой Рог поехали тоже, типа там, что, а сейчас уже, типа, то, типа, а то, вот это уже, гэ, шо началось, это тут, гэ, шо, что, Ну, не, ну, вроде все нормально, да, тут нема, ничего, понятно, ни политики, ничего, ну, просто, ну, когда вливаешься вот в коллектив, скажем так, ну, ты же начинаешь там, то есть, не хочешь быть белой вороной такой. Вот так вот. Я же говорю, вот так вот я сколько сейчас? У нас 6:41 в Киеве. А у вас сколько там? У нас 10:41. Вот уже светло, я так понял. Плюс Я так 4, просто понимаю, плюс что уже светло. 4 часа. Сколько? Плюс 4 часа. 10:41. Около скоро 11 часов. Я из Новосибирска, из центра Сибири, из центра России, из центра Российской империи. Это Забайкалье или нет? Это за Уральским А, то, хребтом там тут дальше. что-то я внутри пизданул мне тему. Ну, я примерно Не, ну после основной. не сердце, а центр, центр. Сердце. Сердце, вот это сердце России. Ну, сердце страны. Ну, середина. Ну, в центре, я же говорю, ну, сердце, центр. Как у вас там с температурой? У нас прохладно, ну как, ну. Вот я был вечером, так было так прохладно, там сколько плюс. Днем было плюс 17, а вечером было, я даже не знаю сколько, ну потому что было пиздец прохладно. Я домой пришел, то есть мы с другом пиво пили, так я говорю, что я пошел, ну нахер. Я замерз, ну, наверное, с 2 градусов ночью был. В Ну, лучшем ты, случае, если Сеня, минус один проснулся, был, за это окно если в лучшем. глянул, гляжу там, А у вас там белая сколько? гадость лежит под окном. Уже лежит, выпало. И Уже? продолжает идти. Нет, ну он А-а-а.
0 минус 1, где-то вот так. Ну, короче, минус уже есть. Ночью небольшой минус был, наверное, поэтому он выпал. Не, ночью. Вот. Ну, к концу недели еще потеплее. Ну, говорят, ну примерно, там, ну, там плюс. А потом? Так, плюс, потом минус. Потом сразу. Да, ну так, а потом сразу только хибедыши, и потом сразу 6 а шум что, на хорошо, хоть слякоти это нету противной, знаешь. Морозец там градусов 20. Ну, это да, это как вариант, если там дожди, а потом вот эта вся каша-малаша, а если сухо и сразу, и просто вместо снега листья такой бах. И ты ходишь, где дворник, сука, где дворник, за что я плачу? Разгребать. Так вот, у нас дворник, в натуре, у нас дворник дебил. Ходит по двору, типа, сметает кучки, ну и забирает их. То есть проходит там день-два, то есть ветром все, херам все это, разлетается. Он опять приходит и давай опять на место. Человек в пределе получает зарплату. Он собрал бы эти листочки, потом делать нечего. Так можно проще так вот, взял в контейнер все это сложил, потом пришел там втихаря ночью с контейнера так высыпал, деньги потом давай, да? Утром, оп, и давай назад, типа сразу все, а что, я работаю, все нормально, все хорошо, бабки идут. Да, ну что, я все, я ничего, чего я, ну он там, не, внутри он физически чуть, на самом деле он чуть там это, ну, с этим, с тараканом. Блин, капец. Прохладно, суки, обещали, типа, вот 16 числа у нас, типа, отопление должно быть. Ну, а у нас средняя, как считается, если средняя суточная температура меньше, чем плюс 8, то отопление дают. А так что, у нас что, там, днем почти плюс 20, а ночью, там, ну даже 0. Ну, минус 1, 0. И 8 не выходит. Ну, даже в плюсе получается больше. И вот, сука, сидишь и думаешь, блядь, Кличко, сука, лучше бы тебе мозги выбивали дальше, блядь, на рынке, чем народ лопатой. Так вот, более чем полгода горячей воды, ну, хорошо, у нас газовая колонка стоит, мы не по барабану там. А те же люди так вообще там с апреля, вместо апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 7 месяцев без горячей воды. Нормально, то есть, да, то есть люди греют воду, чтобы, ну, допустим, там ванну хотя бы принять, чтобы ванну принять, это, ну, ванна, допустим, там 150 литров, да, там 180 литров воды. Ну, то есть, хотя бы 120 надо кипятка. Не, ну, я пока делал что, два чайника, мне хватало, как ты знаешь, там, два тазика, ну, помыться. Не, ну, это если чисто помыться так, знаешь, это мы с тобой так, побриться, помыться так, ну, чисто там, так, свои там, помыть. А если чисто, знаешь, хочется просто, ну, реально, я когда в больнице лежал, так я грел. Я брал 2-литровую бутылку, срезал горлышко, кипятильник туда, потом кипятил воду в 2-литровой бутылке, потом в 1,5-литровую там, типа, лейка такая была, короче, там, потом в банке, в литровой, потом в 0,5, потом в чашке, короче, вот так вот. И пока тут ты нагрел, сука, то, ну, более-менее остыло, а потом так разбавляешь, и вот, я так душ принимал, пиздец был, как ты, ну, помыться, там, ну, в больнице лежишь, ну, как, ну, следы все надо, побыть что-то хочется. Соответственно, там, побриться, там, помыться, там, подмыться, допустим. Да какие там хуй, да, психолог, так, холодную воду открыл, так, потом, что ты орал, охуенно просто, хорошо, хожу, мужики, заходи, бля, я там, говорю, кипятком, я как раз пол налил, бля, в смысле, я говорю, обоссал, бля, чё, бля, там, ага, бля, кажу, там осталось, я говорю, там, литровая банка, бля, с кипятком, бля, говорю, иди, можешь там, что там, можешь пиписку сунуть, можешь разбухнуть, типа, как Роллтон, бля. Ну, что сказать, сейчас наим, блядь.
Это куча цирка тут. С этой власти вообще его угорают. Вообще, наше молодое поколение с нашей власти вообще, ну, все понимают? Знаешь, типа как это, как щенки. Как собаки. Понимают все, только и сказать не могут. Ну это до поры до времени. Сука, до Троещины метро за 10 лет провести, это можно за 10 лет можно просто рельсы проложить от Киева до Москвы. И назад. Можно. А тут, сука, до Троещины метро, ой, да лучше мы проезд поднимем, да. Там, короче, проезд подняли, естественно. Вот сейчас с 1 числа газ дорожает. Естественно, дорожает газ. Дорожает что? Дорожает хлеб. Ну и все, что на газу. Естественно, если дорожает все, что на газу, дорожает газ для машин. Для машин, естественно, бензин, соляра, само собой. То есть, короче, жопа, одним словом. Такая здоровая, с размером с паровоз. Большая, непроглядная, блядь, жопа. Пока в натуре вот, народ не будет, ну, по порядку не будет. Потому что одни типа, да, нормально, армию подняли. Говорю, армию, может, они и подняли. Только людей. Опусти, ну хорошо, они так прижали. Вот так вот. Я, блядь, я не знаю. Вот выборы, типа, да, в следующем году. Говорю, за кого голосовать? Я говорю, там уже и так все решено. Так же, как и в России тоже, на выборы не было смысла, и там уже так все понятно было. У меня, моя сестра двоюродная в Отрадном, в Самарской области, там, ну, какая смысл? Там уже и так все понятно, кто будет. А вдруг Дима, ну, ни хрена себе, ну, те же яйца, только в профиль. Что поменяется? Так что бою нашу, ну, хорошо, ну... С миллиардером, с нашим порохом, ни хера не поменяется, абсолютно. Ну, армию, да. И то, армию начал народ поднимать, а потом уже, у нас уже народ, решили выделить бюджет. Выделили бюджет на армию, типа там, давай же мы что-то делать, блядь. А потом склады, бабах, бабах, бабах. А ты подумай, типа, бабушка банки закрыла, эти хераки банки повзлетали, да, типа, так, случайно, блядь. Бюджет пошел, и склады к херам повзлетали. И опять же ж надо бушлять, а потом только херак. Танки, наши танки, новые оплоты, продаются в Таиланд. Вот по партиях, по 10 штук. А нет, чтоб, допустим, да, там на Донбасс, ну там, а то, нет, вот такая нахер разница. Ну вот, блядь, 10 оплотов, это для нашей армии, это, ну, даже, ну, на две части по 5 штук, это вот, хотя бы. Нет, все, народ, собрай, волонтеры, все, там, все, все на волонтерах. Это. Если бы не волонтеры... А так нечего, конечно, лучше продать, чем нормально отдать. Так, потому что там же, типа, там бизнес, фабрика, типа, Рошеновская стоит, и там это в на Калининграде, и, короче, это там, ты что, зачем же? Нет, ну, там фабрики нема, ничего, это не я, хата не моя, все. А фабрика стоит. Никто типа там не работает. Ага, типа да. Так само на базе типа разбирают шахты и заводы. Бля. Так само, наверное, Рошен пришли там и разобрали. Знаешь, я вот смотрел YouTube-канал Перший, и там показывали про Рошеновскую эту фабрику как раз. Типа, и там такой сюжет был, шел, что нет, Порошенко все отдал в траст, слепой траст какой-то, типа отдал, типа там... Типа отдал. Ну это же не одна фабрика. Ну типа, блядь, я хули, ну подумаешь там одну фабрику, ну думай, это я ну, удивился. С ним для галочки, типа для народу, так не мало. Типа. На коту там типа переписать, типа там будут, мол, там типа покрышки типа клепать, а потом на самом деле шоколадки будут дальше и шлифовать там.
Да я просто, ну, это я понимаю, там, ну, вы понимаете, да, ну, куча народу понимает тут и понимает народу там, у вас. Что, ну, это все политика. Это все можно было закончить еще года три назад точно. Ну, хай бы там год побыл, это вся проблема. Ну, там, типа, вот это АТО, там, вот это вот, типа, что-то там, да. С Крымом бы тоже можно было все нормально решить. Но это называется многоходовочка. Началась еще с 98 года. Когда первый раз типа заехали, отъехали. И потихоньку не спеша, да, Крым, все спокойно. Пришли и отжали. И лохи, сука, отдали. Вот реально лохи. А что, ну с прапором идут, хочешь стрелять, хочешь вот я с прапором иду стоять, махать, давай, ты, блядь, стреляй, давай, я буду прапором отбиваться. Ну, ну ты... Я не понимаю.